приличную... Поехали, да? Я прожил приличную часть жизни и понял, что мой главный жизненный девиз – это ходить по солнечной стороне жизни. Я всем предлагаю, что бы ни происходило, искать светлые части и туда идти, и вставать вот к солнышку, как обычно мы делаем, нашим подмосковным, не ту, которая там мелит, а именно, и вот, так сказать, просто позитивный взгляд на жизнь как таковой, как говорят, что оптимист, он даже на кладбище видит не кресты, а плюсы, понимаешь? Это, конечно, анекдот, но желательно стараться искать и понимать, что жизнь, все равно ведь надо жить, и надо ее еще любить. Вот эти две ипостаси, безумно я влюблен в жизнь, в созидание того, что будет, в возможность что-то придумать, сделать. Я вообще считаю, что человек должен оставить после себя некий след. Вот обязательный след. Это касается не только творцов, там, сколько ты снял фильмов или там, сколько раз снялся в кино. Это касается любой профессии. Надо так работать, чтобы, ну, ой, был у нас такой слесарь. Ох, Степаныч был, эх, жаль, ушел. Я просто говорю, дело свое нужно делать максимально хорошо, чем бы ты ни занимался, но чтобы тебе вот твое отношение вот без тебя прям, ой-ой-ой. Вот это очень важно. И тогда человек, так сказать, он идет на работу, понимает, что он нужен, он работает, и результат вот такой. Сейчас не важно, чем он занимается, это все имеет колоссальное значение. Значит, жизнь это нужно любить, оставить на ней вот след свой, за свою жизнь, сколько бы ты ни прожил. И третье, в любой ситуации стараться искать солнечную часть жизни. Ну, что делать надо?